борьба за выход, за право бороться за выход за тройку. Утешение, 100 килограмм. Немецкие и финские спортсмены. Финский спортсмен проиграл французу. И также французу проиграл немецкий спортсмен. Это подгруппа B1. Кто из них выиграет? Их ждать будет еще спортсмен из Казахстана. Оба спортсмена проиграли французским спортсменам. Лемаире Кристиан. Вот так вот. Красиво. Теперь немецкий спортсмен будет бороться со спортсменом из Казахстана, который проиграл французу.